Доброе утро, друзья. Начинаем с вами гимнастику. Делаем глубокий вдох, тянемся руками по одной вверх к солнцу. И еще вверх, выше, с каждым разом вытягивая себя. И еще раз глубокий вдох. Намасте. Движение головой вперед и назад. Вдох, голова назад, выдох, вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще несколько раз разминаем нашу шею. И теперь продолжаем разминаться из стороны в сторону. Поворот головы, также вдох в одну сторону, выдох в другую. Вдох, выдох, вдох, выдох. Замечательно. Круговые движения головой делаем очень медленно, расслабленно. Стараемся не перенапрягаться. И в другую сторону. Делаем глубокий вдох, потянулись руками вперед и раскрыли грудную клетку. И еще раз вперед, округляем спину, уходим вверх, раскрываем грудную клетку. Вперед и вверх, вперед и вверх. Стараемся прочувствовать все позвонки нашего грудного отдела. И опускаем руки вниз, разводим их широко-широко и обнимаем себя. Еще раз развели и обняли максимально. Раскрываем грудную клетку и вытягиваем себя. Раскрываем и вытягиваем себя назад. И еще раз раскрываем, вытягиваем. Продолжаем еще несколько раз. И развели руки в сторону. Раскрываем ладони и закрываем. С раскрытием ладони раскрываем грудную клетку. С закрытием опускаем плечи и натягиваем себя. Округляем спину. Раскрыли и закрыли. И еще раз раскрываем, закрываем. Раскрываем, закрываем. Хорошо. Руки в стороны развели. Ощущение должно быть, что мы раздвинули две стены. И опускаем ладони вниз. Подняли и опустили. Разминаем наши кисти. Руки активные, ладони активные. Ощущение должно быть, что нас растянули в разные стороны. И мы поднимаем и опускаем кисти. Стряхнули. Хорошо. И вытянули руки перед собой. Зажали в кулачки. Отпустили. Зажали, отпустили. Зажали, отпустили. Встряхнули руки. Хорошо. Круговые движения в области таза. Ладони положили на колени. На вдох грудная клетка уходит вперед. На выдох округляем спину. Еще раз вдох, выдох. Вдох, выдох. Стараемся прочувствовать каждый позвонок, каждую мышцу спины и пресса. И в другую сторону повторяем все то же самое. Плавные движения. Прокатываемся вдоль таза. Вдох и выдох. Спина назад. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо.
Хорошо, раскрыли грудную клетку и округлили. Добавляем движение в локтях, руки сильные. Максимально округляем спину и выталкиваем. Округлили и вытолкнули грудную клетку. Напрягли спину, напрягли и расслабили. И теперь вытянулись рукой в сторону, потянули себя, растянули все боковые мышцы. И задержали, держим, поменяли сторону и в другую сторону. Правой рукой тянемся вперед, максимально вытягиваем себя в сторону. Задержали, держим. Хорошо, возвращаемся в исходное положение. Выпрямляем ноги и по одной выпрямляем в коленях. Разминаем коленные суставы. Стараемся удержать равновесие, не заваливаемся ни в одну, ни в другую сторону. Стараемся не завалиться назад. Пресс активный, спина активная, ноги. Отлично, теперь по одной сгибаем ноги и укладываем бедро. Стараемся немного себя раскачать, раскачиваем тазобедренные суставы. Продолжаем еще несколько раз. Молодцы, отлично. Хорошо, разворачиваемся, встаем на колени. Колени у нас четко под тазом, ладони под плечами, кошка-корова. Прогибаем спину на вдохе и округляем на выдохе. Прогнули максимально макушку головы, потянулись вверх и округлили. Спиной тянемся вверх, макушка головы вниз. Вдох, выдох, осознанные мягкие движения. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Продолжаем. И круговые движения сначала в одну сторону. Уходим влево, потянулись, подняли спину наверх, пронесли вправо. И по кругу, в другую сторону. Вытягиваем назад правую ногу, выровняли, круговые движения. Продолжаем разминать тазобедренные суставы. Спина ровная, ноги активные. И держим, подтянули к правому трицепсу и вернули обратно назад. И потянули, выпрямили, подтянули, выпрямили. Хорошо, молодцы. И согнули ногу в колени, потянулись пальчиками ног к макушке, макушка головы к пальцам. Прогнулись максимально. Опустили. Хорошо, повторяем все с левой ноги. Круговые движения левой ногой. И сгибаем в колени, подносим к левому трицепсу. Вдох и выдох подтянули. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. И подняли ногу наверх. Затянули себя наверх. Максимальный прогиб в грудном и в пояснице. Отлично. И опустили ногу. Хорошо, делаем правый шаг вперед, ладошку ставим на стопу и опустили. Раскрываем себя в коленном суставе, опускаемся вниз. Раскрыли, опустились, поднялись. Плавные движения, стараемся отследить ощущения в каждом суставе.
И круговые движения колена вращаются у нас по кругу из внутренней стороны во внешнюю. Выпрямили колено, поставили на пяточку, натянули пальчики на себя. Максимальный наклон, макушкой головы тянемся вперед. Расслабляем шею, расслабляем голову. Стараемся не сгибать в колени. Отлично, и поменяли ноги. Также поставили ладошку на стопу и, раскрывая в коленном суставе, опускаемся как можно ниже. Грудью тянемся в пол, стараемся спину держать ровную. Еще несколько движений. И переходим к круговым движениям, также из центра во внешнюю сторону. Вращаем коленом очень аккуратно. Отследите ощущения в своих суставах. Хорошо. И выпрямляем ногу. Можно носочек держать ровно, можно носочек натянуть на себя и стоять только на пяточке. Грудью тянемся вперед, колено ровное. Отлично. И возвращаемся. Раскрыли колени, стопы вместе, бабочка. Легкими движениями раскрываем, закрываем сустав. И вытянулись вверх грудью, потянулись вверх, коленями тянемся в пол. Макушка уходит вверх. Чувствуем натяжение вдоль позвоночника. И выдох. Делаем глубокий вдох. И выдох. И еще один глубокий вдох и выдох. Намасте.